Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как можно сделать спиннер своими руками в домашних условиях. Немного отклонимся от темы лизунов и сделаем то, что делают сейчас почти все. А это спиннер. Так, для этого мне понадобится 4 подшипника, линейка, маркер, пластилин, холодная сварка, ножницы, нож. Ну, посмотрим, откуда у меня растут мои руки. Поехали! Так, ребята, я беру пластилин и вставляю в подшипник. Прижимаю его пальчиком, тем самым зафиксировал. Дальше я делаю то же самое со вторым подшипником. Дальше я ставлю третий подшипник, и чтобы он касался этих двух подшипников. Ребята, главное, чтобы это было плотненько, чтобы не было между ними зазора. Теперь нужно наши подшипники обвести. Дальше берем четвертый подшипник и вставляем вот так вот, ну, делаем как я, ребята. Обводим. Делаем это с каждой стороны. Так, ребята, теперь рисуем треугольник. Вот, у нас получился здесь шестиугольник. Теперь в этот шестиугольник, ребята, нужно четко вставить этот подшипник, чтобы он нигде не заходил за границы. Тогда он у нас получится четко по центру. Теперь возьмем, сделаем замес с холодной сварки. У меня тут есть уже раскрытая. Я думаю, нам ее немного надо будет. Ну, в случае чего, мы можем всегда ее подмешать. Так. И так мнем до однородной массы. До одного цвета, чтобы был один цвет. Так. О, уже такое, как пластилин стало. Теперь, ребята, я возьму подшипник и вот так вот аккуратно по кругу пройдусь. Оставим наш спиннер на 24 часа для полного застывания холодной сварки. Так, ребята, прошло у нас уже достаточно нормально времени. Наша холодная сварка застыла. Давайте попробуем как-то наш спиннер отделить. Я думаю, это будет вообще не сложно. Класс. Просто так берем. Опа. Наверное, больше держится за счет пластилина. Крутится? Ха-ха! Еще как крутится. Для того, чтобы наши подшипники не разлетелись, нужно по контуру еще обойти холодной сваркой.
Ребята, я хочу сделать спиннер светящимся. И для этого я возьму вот такую мерцающую игрушку. Достану оттуда светодиоды. И посмотрим, как оно у нас получится. И в завершение, ребята, мы возьмем наш спиннер и вскроем красным лаком для ногтей. Ребята, всем спасибо, кто смотрел мое видео. Если хоть кому-то показалось это полезным и интересным, ребята, ставьте лайк, пишите комментарии. И еще я что-то хочу для вас сказать. Ребята, если хотите, я сниму для вас видео о том, как я снимаю для вас видео. Если это хоть кому-то будет интересно, пишите комментарии. Почитаем, обсудим, разберемся. И в общем, ребята, всем пока, до новых встреч.